Василий было неплохо. Скидка. Ой-ой-ой, ошибка какая. 1-0. Джоэль Фомие. Седьмой гол в этом сезоне этого ганского бомбардира. И гол, конечно, на ровном месте. И в этом сезоне у него все отлично. Вот смотрим, как же так. Не поверили, что Фомие ускорится. У него со скоростью-то все в порядке. Да, ошибка защитника Енисея грубейшая. У меня парень тут, наверное, оказался в ситуации, когда не знал, что делать. 1-0. Оренбург-Енисей. Естественно, парень недоволен. Ну а что делать? Что делать тут уже?